Празднование Дня города в Самаре началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю города, князю Григорию Засекину. И Самара сегодня точно не город, который не помнит своего родства. Отдавая дань уважения великим предкам, сохраняя память и благодарность о них в своих сердцах, мы строим будущее. Я уверен, что к памятнику Григорию Засекину, первостроителю нашего города, никогда не зарастет народная тропа. Сюда будут приходить люди вновь и вновь, люди разных поколений, передавая память о великом прошлом нашего города и строя его будущее. Друзья, я желаю всем нам с вами в этот замечательный день здоровья, радости, исполнения всех наших задумок и начинаний, успехов во всем, здоровья вам, вашим родным и близким, а нашей любимой Самаре – вечного мирного неба и светлого неба над головой. Подарком для жителей в день города стал большой праздничный концерт на площади Куйбышева, где собрались тысячи людей. Все, что в жизни нужно, это ты. Публика благодарная, с таким прекрасным настроением они пришли сюда на площадь с детьми. Люди разного возраста и уважаемое поколение, совсем малыши. И все знают песни, поют, принимают замечательно. В общем, я желаю, чтобы такая атмосфера в Самаре была всегда. Праздничный концерт длился более 3 часов. Для самарцев и гостей города выступили Александр Иванов и группа «Ронда», Эд Шульжевский, группа «Синяя птица» и Денис Клявер. Очень близкий для меня город. И люди, и дух, и традиции, и гостеприимство, которое присуще самарцам особенное. Очень приятный. Я вот наблюдаю с 96 года, как город меняется. За последние 2 года, конечно, он просто на моих глазах, я считаю, что он расцвел. Так что искренне рад за самарцев, потому что вы этого достойны. Поздравили самарцев с праздником губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения родного, любимого города, города Самара, историей которого мы гордимся. Память о подвигах, которого мы храним в своем сердце. В городе трудовым настоящим и устремленном в космическое будущее. Нам всего 433 года. Мы так молоды. У нас с вами впереди много всего. Развития, динамики, радости. Друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. И пусть над Самарой всегда будет мирное и светлое небо. В завершении большого праздничного концерта на сцене выступил хедлайнер Дмитрий Билан. Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шалафаст, Елена Малютина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.